Всем привет, друзья! Находимся в BMG Drive, и у нас здесь есть такой вот интересный трамплин, такая дорога. Давайте посмотрим, протестируем машинку нашу. Так, мы смотри, видим машинки, три машинки из ДТТ когда-то играл. Получается здесь, ну, у нас задача проехать вот эти трамплинчики. Ну что ж, давайте попробуем. Вот у нас машинка Tesla. Давайте на ней прокатимся, посмотрим, сможем ли мы здесь проехать, чтобы машинку нашу сильно не попортила. Оп-оп-оп-оп. Так, ё-моё. Нормально все пойдет. Едем. Продолжаем. Ух ты, развивается тачка, да? Так, следующий платформочек. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, наверное, надо... Так, вообще, уже очень что-то плохо она едет. Слушай. Да. Разбили морду мы конкретно машинки. Нифига себе. Ладно, едем здесь уже. Сейчас будет поменьше. По идее. Платформа. По идее. А, нет. Мы не смогли развить скорость, и наша тачка повредилась очень сильно. Теперь она, конечно же, отсюда не сможет выехать. Давайте протестируем какой-нибудь другой автомобильчик. Давайте выберем автомобиль какой-нибудь. Например, гоночный. Из разряда гоночных автомобилей. Это у нас вот здесь. Я бы протестировал, например, полицейский автомобильчик. Почему бы и нет? Давайте его протестируем. Вот такой вот у нас отличный полицейский автомобиль. Он даже гоночный. Ох, какой стартует обычно. Посмотрим, разобьется ли наша тачка. Вау, стекло сломались. И продолжаем ехать большой скоростью. И наша тачка. Вау, держит. О, нет! Ё-моё, вылетели мы. Ребята. Сильно прям причем. С дороги. Да, тачка наша повреждена. Давайте попробуем. Нифига она не едет. Давайте еще раз протестируем, только я на этот раз буду ехать очень-очень быстро. А, нет. Да что ты будешь делать? Главное. Так, выруливаем. Но главное, тачка наша на ходу. Пока она выйдет с этой ямы. Тихо. Главное, не падай. Все, едем. А ну-ка. Так, едет. Нет, что-то у нас колеса не получилось. Что-то нехорошо. Да, давайте еще раз попробуем протестировать, только я буду теперь очень-очень-очень быстро ускоряться. Все, едем. Первая платформа. Вторая платформа. Третья. Четвертая. Так, давай, шестую платформу. О, нет, слишком. Слишком быстро я ехал, что ли? Ничего, я не понимаю. Да. Полис, машинка. Ну, она очень резкая. Если бы мы не перевернулись бы, мы бы проехали бы потом больше. Ну что ж, все равно неплохо. Смотри, сколько мы платформ-то проехали. Давайте выберем какую-нибудь другую машинку. А эта машинка пусть пока полежит здесь. Так, получается, давайте считать платформу. Раз, платформа, два, три, четыре, пять, шесть. Если эту тоже считать, то это будет седьмая платформа. Ну, нормально, такие семь платформ мы проехали хорошо. Так, следующая тачка у нас. Я сейчас посмотрю, какую тачку мы, ребята, с вами выберем. Машинки. Давайте выберем, посмотрим. А, какую-нибудь, может быть, более прочную. Оба-на! Почему бы мне... А, Тесла Кибертрак не использовать. Давайте ее используем. Она вроде бы выглядит очень таки надежно, очень таки мощно.
Мощная машинка наша. Ладно, поехали. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой, она сразу же переворачивается. Сразу же что-то ей нехорошо. Так, давайте ее еще раз попробуем. Надо разогнаться сразу. Вот отсюда я поеду. Тихо-тихо-тихо. И делаем разгончик. Чем быстрее мы здесь едем, тем лучше. Я так понимаю. Ё-моё, ты че машинка? А, кибертрак, а это вонючка. Да ё-моё, ребята. Что же поделаешь, что же сделаешь? А, давайте еще раз протестируем. Я, вот если чем быстрее ты едешь, тем она не сильно травмируется, машинка. Поэтому будем максимально быстро ускоряться. Вот она, смотри, при первом толчке ее переворачивает, начинает колбасить. И она улетает с дистанции, проехав всего лишь одну. Один трамплин, да? Один трамплин. Ё-моё, ладно. Оставляем машинку, давайте возьмем какую-нибудь другую. Кибертрак не справился. Мы возьмем сейчас гоночную тачку. Выбрали мы вот такой вот красненький автомобильчик. Не знаю, как он себя поведет на дороге. Поэтому я предлагаю поехать. Так, разгоняемся. Ну, неплохо разгоняется. Так, первый трамплин мы проехали. А, второй трамплинчик. Третий. Ох, на третий трамплинчик почему-то. Кто-то с ней нехорошо. Так, давайте посмотрим. Ничего не видно, правда? Сейчас мы поменяем вид. Да, совсем машинка наша разбилась. Да, ее очень сильно заносит. Не, ребята. Короче, она не справилась. Тачка не справилась наша. Проехала совсем недалеко от полицейского автомобильчика. Да, ей не хватило всего лишь один трамплин проехать. Ну, тоже неплохо. Давайте возьмем тогда гоночный. Гоночный автомобильчик. Сейчас посмотрим, как справятся гоночные машинки. Так, давайте выберем. Так, вот они у нас здесь, гоночные машинки. Например, вот эту салатовую я хочу, красивая салатовая тачка. Офигеть, а где у нее этот сзади, по идее, там бампер какой-то должен быть, нет? А ну-ка, давай назад отъедем немножко. Какая-то она очень странная, ну ладно, поехали. Резвая, резвая. Первый трамплин. Второй. О, это я косячу, еду. Это не машина, машина классная, блин. Это я косячу с поворотами. Поэтому дадим ей второй шанс давать. Дадим машинке второй шанс. Поэтому... Это стопудово. Так, поехали. Разгоняемся. Первый трамплин. Ой, её заносит. Блин, колесо сломало, да? А, отлетело даже колесо. Ёлки-палки. Офигеть. Нет. Так, давай этот сам назад немножко отъедем. Все, поехали. Я теперь буду очень-очень аккуратно носить. Первый трамплин. Второй трамплин. Третий трамплин. Блин, тут посередине. А враг такой очень хороший. О, 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 встали на ноги. На колеса встали. Отлично, мы сейчас, может быть, опередим. Делаем рекордик. Полицейскую машинку. Поедем. Ох, нифига, нет, полицейская машинка была все-таки, мне кажется, самой крутой, самой классной тачкой. Так, вот, полицейский автомобильчик. А, вот мои тачки, кстати. Будут подарки оттуда. Вот французская машинка.
Ламборджини. Карабинери. Может быть, это итальянская? Да, я сказал, французская. Нет. Это Италия, ребят. И тоже мы можем тестировать. Так, конечно. На различных типах искусственных насыпь. Вот у меня получается грани здесь. Ну, что-то я вообще нехорошо, ну-ка дайте восстановлю немножечко. Так, а ну-ка поехали. Тут она тоже будет разбиваться. Но здесь нужно скорость сначала разбить. Ну, не получится, не получится. А, давайте посмотрим, что тут за такие вот всякие штуки будут. Какие-то камни. Серьезные там препятствия. Интересно здесь поездить. Кстати, здесь вот я ролик не снимал вот в этой локации. Ребята, если интересно в этой локации протестировать тачку, то обязательно ставьте лайк, пишите комментарии. И мы протестируем еще здесь машину. Посмотрим, как она будет развиваться. Ну, а на сегодня будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых встреч. Пока-пока. А, да, также не забудьте посмотреть мои другие следующие ролики, которые вы еще не видели. Я пока пробую тачку в озере. На большом. О, все, машинка сейчас перестанет ехать, и у нее заглох движок.